Мы торжественно объявляем старт первого этапа всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на кубок губернатора Краснодарского края. Доброе утро, дорогие друзья! Мне очень приятно видеть вот здесь сегодня таких веселых, красивых, с хорошим настроением ребят, которые первый день лета, первый день уже летних каникул настоящих, сегодня пришли сюда, на этот прекрасный стадион, не сидят дома с телефонами, в компьютере, еще с чем-то, а вот так вот общаются со своими сверстниками, сейчас будете играть. В общем, ребята, рад вас видеть. Молодцы, поздравляю вас с праздником. Надо дружить со спортом, надо любить спорт, я всегда говорю. Особенно вот приятно, вот такие маленькие совсем у нас спортсмены присутствуют, которые тоже будут смотреть, как более старшие ребята играют, учиться. Значит, хорошо вам поиграть, пообщаться. Всего самого доброго, главное здоровья. Впереди лето, хорошо отдохнуть, ребята.